Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я покажу действительно полезные товары для дома с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Горизонтальный чехол для телефона. Изготовленный из нейлона, имеет лямки и ремни для различных способов крепления. Внутри предусмотрено два горизонтальных кармана для размещения телефона, карт, документов, а также прочих принадлежностей. Электропаровый камин является встраиваемым в стену вариантом, имеющим реалистичную имитацию пламени. За счет работы ТЭНа с тепловентилятором и термостатом камин может поддерживать комфортную температуру в помещении площадью до 20 квадратных метров. Игровой руль может синхронизироваться как с приставкой, так и компьютером посредством USB кабеля. Руль оснащен надежными присосками и струбцинами, обеспечивающими устойчивость во время игры. В комплекте предусмотрены педали. Курительная трубка с водяной фильтрацией. Устройство немного напоминает кальян. В обоих дым, прежде чем вы вдыхаете его, проходит через жидкость. Она необходима для охлаждения дыма, дополнительно жидкость задерживает продукты горения. Графины для виски и вина. Продавец предлагает на выбор несколько вариантов, выполненных в форме глобуса и бочки с поставкой из красного дерева. Внутри глобуса размещен парусный корабль или череп. Модель с кораблем также декорирована серебристой картой мира. Умная колонка Google Home Mini может проигрывать музыку, управлять устройствами для умного дома, отвечать на простые вопросы, добавлять события в календарь и проигрывать видео через Chromecast. Недавно появилась возможность поиска телефона в доме с помощью звонка. Квадрокоптер Echain E58 является одной из лучших бюджетных реплик портативного дрона DJI Mavic Pro. В ценовой категории до 70 долларов. Качество исполнения продукта без преувеличения заслуживает уважения. Опираясь на сильные стороны E58, квадрокоптер в полной мере оценят начинающие пользователи. Беспроводные Bluetooth наушники JBL. Наушники общаются с гаджетом и получают аудиосигнал по протоколу SBC. Громкость очень высокая, 30% будет достаточно для комфортного прослушивания. Даже на такой громкости звук качественный и будут различаться частоты. Последние три товара стоят очень дорого, и будем объективны, не у каждого человека есть такие деньги. Но у меня есть способ, как эти девайсы получить в 10 раз дешевле. Заходим на сайт сюрприз коробок crazybox.net. На котором можно получить тот же дрон, наушники, колонку или вообще что угодно намного дешевле, чем на том же AliExpress. К примеру, возьмем коробку с наушниками за 199 рублей, с которой мы как раз таки можем получить эти же наушники. Пробуем открыть коробку несколько раз и ждем, пока выпадет что-нибудь годное. Мне вот лично JBL наушники не выпали, но зато я получил Xiaomi AirDots Pro 2, что тоже довольно-таки неплохо. В общем, если собираетесь покупать какую-либо технику, советую зайти на crazybox.net и забрать ее же, только в разы дешевле. Ссылку я оставлю в описании. Крутые мужские часы оснащены необычным дисплеем, отображающим время словно машинный спидометр и тахометр. Спидометр указывает минуты, а тахометр – часы. На сайте представлены модели в разных цветах. Сумка-бронежилет в стиле хип-хоп может стать украшением образа и использоваться для размещения различных карманных принадлежностей. Сумка представлена в нескольких ярких и классических расцветках, имеет основной карман на липучке и два боковых на кнопке.
Кейс для карт памяти. Незаменимая вещь для тех, кто часто использует SD, microSD и CF карты памяти. Кейс одновременно может служить и хранилищем, и картридером. Способен вместить в себя до 21 карты. Для подключения к устройствам оснащен скоростным USB 3.0. Часы с проектором. Имеют элегантный монохромный дисплей. Оснащены удобными функциями календаря, проекции времени, а также будильника. Также устройство включает в себя FM-тюнер и проектор с углом наклона 180 градусов. Умные часы с наушниками представляют из себя гаджет, который вобрал в себя Bluetooth-наушники с 3D-звучанием и смарт-браслет. Устройство оснащено функцией динамического отслеживания пульса, шагомером, поддержкой уведомлений, а также опцией приема вызовов. Телефон в стиле ретро. Имея слоты по 3 сим-карты и емкий аккумулятор с функцией Powerbank, позволяющий использовать телефон для зарядки устройств. Модель может выполнять роль Bluetooth-колонки, а также яркого фонаря. Оснащена камерой, диктофоном, радио и виброзвонком. Устройство для очистки кукурузы. Состоит из нескольких частей, острого лезвия, срезающего зернышки, емкости, а также держателя головки. Дополнительно в комплект входит насадка-терка. Из-за разбираемой конструкции устройство легко подается чистке и экономит место. Многослойный браслет из кожи. Состоит из множества тонких браслетов, каждый из которых сделан из кожи в сочетании с алюминиевыми вставками. Браслет имеет удобную магнитную застежку. Крючки для кофе. Представляет из себя небольшой инструмент, используемый с целью уменьшения комкования зерен для приготовления напитка при помощи машины. Каждая модель оснащена тремя тонкими крючками из нержавеющей стали и деревянным наконечником. Аксессуар-держатель. Является своего рода крепежом, сделанным из стали. В сложенном виде он представляет из себя небольшую бочку, которая может быть разложена до внушительных габаритов. По бокам имеются миниатюрные крючки, за которые к аксессуару можно прицепить ремешок. Мусорное ведро с датчиком движения. Такое ведро открывается и закрывается автоматически, и его не нужно касаться при выбрасывании мусора, что делает процесс более гигиеничным и защищает бак от появления на поверхности жирных отпечатков пальцев. А зарядная док-станция с держателем позволяет сэкономить место на рабочем столе и компактно разместить все девайсы в слотах для фиксации. Одновременно может заряжать до 10 устройств. Каждый из портов выдает силу тока до 2,4 ампера. Кофейная мини-ложка. Имеет милый вид котика с лапками, выступающими в роли держателя для стакана. Прибор представлен в множестве расцветок, среди которых выделяется градиентная. Светодиодные потолочные лампы. Благодаря приятному мягкому свечению могут использоваться как в гостиной, так и в спальных зонах. При оформлении можно выбрать цвет, количество светильников, что влияет на охватываемую площадь, а также модель с удаленным управлением. Домашний фонтан для гостиной. Является небольшим домашним водопадом, который сливает воду в установленный снизу аквариум. Украшение сделано из мрамора и имеет красивую подсветку вместе с иными сопровождающими эффектами.
Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!